Москва намерена максимально интегрировать в свое пространство сепаратистские образования на Донбассе, но юридически оформлять аннексию пока не планируют. Об этом сообщило западное издание Bloomberg, сославшись на источники в окружении российского президента. Якобы речь идет о реализации приднестровского сценария. А в будущем, возможно, даже будет рассмотрен вопрос выдачи паспортов Федерации на оккупированных территориях. Такую информацию уже прокомментировал пресс-секретарь Путина. Песков назвал публикацию Bloomberg, цитирую, «наивной и примитивной».